столько лет стреляю, ни разу не видел вот такого фонаря в инфракрасном в исполнении. Мой папа всегда говорил: Марат, лучше выстрелить, перезарядить и выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать, кто тут. Всем привет, ребят! И сегодня я хотел бы рассказать вот о таком тактическом фонаре CI-7. Он позволит вам увеличить дальность видения вашего прибора ночного видения. То есть вы будете подсвечивать цель фонарем, видеть ее гораздо дальше. В белом свете, когда он светит, это 2500 люмен. Фонарь исполнен из авиационного алюминия, пылевлагостойкий. Масса фонаря без батарейки, без аккумулятора 150 грамм, с батарейкой, ну, 200 грамм. Дальность света белым светом 200 метров. В инфракрасном диапазоне дальность у него 50-100 метров. Сегодня мы стреляли на 25 и 50 метров. Прибор ночного видения было четко, ясно видно, что освещается, как освещается, и очень достойно. Честно, честно, сколько лет стреляю, ни разу не видел вот такого фонаря в инфракрасном в исполнении. Как осуществляется переход от инфракрасного излучения на белый свет? То есть вот в данный момент у нас белый свет. Здесь нету никаких отдельных кнопок, нету. Очень хорошая система. Оттягивайте немножко переднюю часть. Вот, прокрутили. Теперь он светит в инфракрасном излучении. Также опять оттягивайте затвор. Ой, затвор говорю. Оттягивайте переднюю часть фонаря. Подкручивайте немножко. Можно в одну сторону крутить, можно в разную, в другую сторону. То есть итог, один переход, и белый цвет превращается в инфракрасный. Брюки превращаются в элегантные шорты. Смотрите, существует там несколько видов креплений, которые идут не в комплекте. Как я уже сказал, здесь стоит магнитное крепление, но крепление продается отдельно. Вы можете выбрать отдельно фонарь, отдельно крепление, как на магните. Можете выбрать крепление на планку Picatinny, которая и на Viver установится. Можете установить крепление на ствол, то есть как кольца, как восьмерочка, да, одевается на ствол и одевается на фонарь. То есть выбор за вами. То, что вам нужно, нужно выбирать. Плюс кнопка, выносная кнопка, она идет пока двух видов. 45 сантиметров длиной и 25 сантиметров длиной. Что заказывается тоже отдельно. То есть, ну, в принципе, это самое правильное. Почему? В некоторых комплектах вот идет все. И из-за этого получается удорожание комплекта. А человек не использует. Вот, например, у меня дома был фонарь давным-давно одного из производителей, да? Там шли куча креплений, куча каких-то вещей, которые я вообще не использовал. Я использовал планку на Picatinny крепление, а остальное даже просто потерялось. Поэтому вам что нужно взять, вы берете. Гарантия фонаря 5 лет. Это достойный фонарь. Мы сегодня отстреляли. Светит как в дневном диапазоне хорошо, так и в инфракрасном. Прям вот инфракрасный прям меня порадовал. Мой папа всегда говорил: Марат, лучше выстрелить, перезарядить и выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать, кто тут. При стрельбе пучок был такой рассеянный. Мы не по одной мишени стреляем. У нас может быть 5 мишеней. Вот здесь у нас было по всему фронту на расстоянии 25 метров, да, много мишеней. При освещении их этим фонарем было видно, ну, сколько, минимум 5-6 мишеней. Хорошо было и четко видно. В принципе, это было бы хорошим подарком для любого охотника, для любого военнослужащего, для любого стрелка. Тем более гарантия такая большая. И гарантия реально работает. Если вдруг когда-то не сработал, обязательно мне скажите. Я вам сделаю эту гарантию. Сильное заявление.
Проверять я его, конечно, не буду. Даже самому себе его подарить. Взять и пойти в магазин, купить его и подарить самому себе. Я знаю, знаете, есть несколько категорий товаров, которые, в принципе, люди себе не покупают, да? Они именно их дарят. Это вот, ну, есть категории, я сам же, ну, хорошо в этом разбираюсь. Не видел, не буду говорить, какие товары, но их всегда берут только кому-то подарить. И у кого на полигоне не спрошу, это вот за сколько купил, он говорит, ну не знаю, подарили, да, всем подарили, друг другу дарят. Потому что бывает иногда жалко что-то купить себе. Как говорят англичане, мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Всем спасибо, ребят. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. На каком бы канале это ни вышло, обязательно подписывайтесь на меня тоже. Поэтому до новых встреч, как говорится.